Страшно, Миш, на рекорд идти. Некое переживание есть, но надо не бояться. Да, порвешь. Будешь бояться, будет дрожь, и порвешь. Идет и рекорд зала у нас 89-100. Чернышов, Вадим, твой рекорд побили или побьют, сейчас посмотрим. Мне 105 не идет. У меня был в карьере 3 баранки и все 3 на 105. Ну это когда был, маленький прыщавый подросток. Последний был в 2017 году. Ну 3 года назад. Давай, Миха! Есть рекорд! Вадим, твой рекорд побили, Вадим! Это еще не конец! Да, 107 килограмм побит! У меня личный рекорд в карьере, рывка с помоста, 112 килограмм. Поэтому сейчас побил 112-500. Страшно, Миш? На рекорд идти. Некое переживание есть, но надо не бояться. Да, порвешь. Будешь бояться, будет дрожь, и порвешь. А если ты боишься, это же адреналин. Это адреналин. А адреналин – это же помощь. Ты немножко это же анаболик. Ты немножко боишься, это уже адреналин. Вот. Надо в меру бояться, чтобы вырвать. Ну, мандраж есть какой-нибудь, присутствует? Ну, немножко. Желание. Желание вырвать есть дикое. О, рекорд, да, это хорошо. Поэтому мы сейчас будем обновлять рекорд лично. Есть! Есть личный рекорд. Дикое желание. Побили, очень много побили Чернышова. Миш, ну расскажи про рекорд про свой. Ты доволен? Очень доволен. А это вообще личный рекорд за всю карьеру и за... И как бы сегодня, и в этом сезоне личный рекорд.